Безусловно, оптимальным был бы вариант реализовать проект, поднять эту подводную лодку. Но мы понимаем, что это достаточно затратный проект. Это, во-первых, даже не во-первых, а во-вторых, а во-первых, это в соответствии с международным правом, в настоящее время это собственность Швеции. Мы надеемся, что, разумеется, не откажут, но для того, чтобы урегулировать все эти вопросы относительно международного права, для того, чтобы проработать техническую возможность того, чтобы достать эту лодку, это все понадобится некоторое время, и вот сейчас этим мы, безусловно, будем заниматься.